Опаньки! Всем привет, друзья! Меня зовут Николай, канал Boy Games. Продолжаем Shine Tactics Plus. Поехали! Башня! Посохи купил. Кольцо передал. Все, вне записи. Сделал. Пати не трогал, ничего не менял. Вот девка тебе ходит, ебануться, блядь. Там 14 подвижности, блядь. 14. Фу, ну должно быть попроще, чем... Да, очень быстро стало ходить, это здорово. Палку одел, ублюдский, конечно, смоется, но манну восполняет. Бой, походу, напряжный будет, напряжный. А кем я... Блять, уёбище, а? Да ну, блять, он заебал умирать, нахуй. Заебал просто, блять, уже, нахуй, сдыхать постоянно, блять. Ай, урод ебаный, блять, ну опять игрессится, что ли, ну, сука. Не хочу, я просто, мне падлу. На следующий бой лучника верну. Пизду, блядь.
это реально уже, блядь, бесит нахуй. Взял и подох, Слейд. Ну, блять, ну бесит. Все маги, как всегда, хуй дойдут, блять. Охуеть, и все на лестнице стоят, блядь. Вот сука. Ну вот это, конечно, охуеть.
Маги пиздец, конечно. Нихуя себе. Огнедос, а? Блять! А, ладно, нормально. Долго идти, конечно. Ну вот это, конечно, имбовая тема. Так, надо яд снимать. Бесит. А чё маг не реагирует? Ага.
Да, ушника надо вернуть. С другой стороны, дебафы он может кидать. Ну, танчит-то то хорошо. Ну-ну. Так, наверное, даже вот так пока сделаю. Вот это тоже жрет маны, а? Просто пиздец, он жрет маны. Блин, эти очень медленно ходят. Зато сразу ж забирает, смотри. Тупанул, блять, да. Тупанул, сука, надо было ману восполнить. Блядский стан. Сейчас снимем его. Давай!
Нормально. Надо снять этот сраный детокс. Бесит. Ну, два мага это хрень все. Да, долго чесать, блядь. Блядь, заебало. Делать все равно нечего. Ну, подхили заодно, в принципе, а чё? А чё бы нет-то? Давай так. Да, маги не доходят ни хера, блядь. Блять, не так сделал, сука, поторопился. Думал, сразу наведется. Ну и ладно. Ах ты мудак, блять, ебаный. Ну вот он постоянно, сука, не покупается на эту хуйню. Thank you.
А шаман-то купился и вылез, мудак. А? Странное движение, очень странное, блядь. Очень странно он себя повел сейчас. Нихера себе. Вот пидорасы, а. Сосите песос, ублюдки. Да, ублюдки, короче, вон те с огнем. Ублюдки. Я тебя магией заебашу, ты меня бесишь. Блять, аж подавился, сука. Даже с места мразь не сошел. Вот гнида. А тебе я сказал, я тебя задолблю магией, блять, гнидос летающий. Чё, без своего заклинания не можешь, да? Никчёмин. Никчёмин, походу. Палка его нахуй. Вот так вот нахуй.
Фух, чё, пойдем посмотрим, чё там сейчас. Блин, ёбаный в рот. Нет, сой доставлю. Мне очень сильно бежать придется далеко. Сейчас, чтобы менять, ты прикинь, ебал, я через всю карту. Нет, спасибо, не хочу. Нахер надо. Ладно, по-любому жесть какая-то. По-любому жесть какая-то, ну. Нет, 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 нет. Нет, блядь. Ай, как я это ненавижу, сука! Ладно, пока не надо. Это чтобы наверняка, блядь. Сложно было чуть побольше отнять, а ну прям чуть-чуть побольше. Ну, сука, а? Ой-о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 й
Но этот не дойдет, ладно. Там мага бить. Давай, а что делать? Так, а кто сверху? А, там никого, отлично.
А хватит ли? Давай, наверное, вот так вот. Ну гнида же какая, а? Давай, наверное, вот так. Не рискуем пока. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, ну, смотри, мага. Мага сейчас могу вальнуть, я так и сделаю. Я так и сделаю, потому что он сейчас скоро будет ходить. Тем более огромный урон. Так, дракона нахер. Дайте ход, пожалуйста. Мне надо птицу убить. Не успел. Тварь. Но, блядь, ну как он заеб... Блядь, он один ход делает и умирает. Один ход делает и умирает. Как он заебал, нахуй. Бесполезно. Я постоянно в меньшинстве играю, блядь, а если бой сдвоенный? Если бой сдвоенный, блядь. Уёбище-то, нахуй, ёбаная, блядь. Как же бред меня этот заебал, блядь. Сука, нихуя он ничего не держит. Какие от него плюсы, блядь? Вот объясни мне, блядь. Какие от него плюсы, блядь? Блядь, тут еще это залупа, а. Я охуеваю. Блядь, я ну... Блять, а? Ладно. Это трэш просто какой-то, нахуй. С этим Суэйдом. Просто трэш. Ну вот это, конечно, жесть. Это, конечно, жесть.
Да ну нахуй. Уже? Как так? Как так-то, блядь? Нет, блядь, только нет, блядь, ну все, что угодно, только не это, блядь. Блядь, нет, 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 ну почему это, блядь? Сука, все, что угодно, только не это, нахуй. А я не добегу. Ну как, Бля, а что сделать-то? Маны у нее нет, сука. Там еще лич этот ебучий. И полотряда, блядь, на этой стороне. Ой, гнида! Да-да-да, этим бить, ага. Хотя можно вот так сделать. Ну, хотя бы так. Блять, ну какой же он мудак этот, блять, ну мудак. Не добегу я. А пофиг, прикрою. Вот этого бы не было, было бы все хорошо. Там лич еще идет, он может кастануть десол и пизда. И пизда! Ну так вот, если... А не хватит, сука, все равно. Одного хода, прикинь, не хватило. Или хватило? Да что-то он дно какое-то тогда. Не, ну бой-то продолжится, это понятно. Ну я знаю, что ты ходишь, сука. Ну... Ну, ему же надо выебнуться, ну, конечно. Так, кто меня может тут ваншотнуть? Тут эта хуйня нет. Эта хуйня нет, нормально. Ну вот это, конечно, издевательство, да. Тут манна кончается. Ха, блять, тварь, ну ладно. Похер. Похер, похер, похер. Ну хотя нет. Вот это неприятно.
Хотя, если это тварь, второй раз походит, будет неприятно. Вот Слейд опять подвел, сука. А, ты еще ёбнутый, блядь. Ох ты, пидрила! Нет, 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 пожалуйста, нет! И смотри, какая хуйня происходит. Хиллер не ходит. Ни один. Как только меня продамажили, все хиллеры язык в жопу засунули нахуй. Манна кончается. Блять, как заебала эта манна уже нахуй. Ну, блять, естественно. А ты что думал, не хватает опять? Палка его. Ой, как ты затрахал! Ну, чё-то, ну, такое. Слейд опять подвёл, сука. Я без персонажа играю, понимаешь? Без персонажа. Блин, а если сдвоенный бой, мне опять играть без... Ну, без Слейда, в принципе, мне играть привычно, мне похер, в принципе.
А можно я пойду из боя? А потом мы поиграем уже. Не, ну я, к этим я привык. Это хуйня. Так, двигается мудак. Вот это хуёво. Ну да, тут уже вот этих ребят напихали. Но это не... Это все хуйня. Это все хуйня. Ну вот смотри, ну вышла она и чё? Ее сразу же отработали, да? В принципе. Ну вот это неприятно. Да. Вот эти ублюдки неприятные, конечно. Так, ладно, я сваливаю. Я потом сбегаю, возьму лучника. Какого он уровня, кстати, у меня? 28-го. 150. Ну да, он хотя бы издалека будет кидать. Все, ребятки, давайте на этом закончим. В следующей серии продолжим, так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте, смотрите влоги, и всем до встречи в следующей серии. Всем пока.